Всем привет! Давно не было у нас видео, ну, типа, куда мы едем, что кушаем, ну и так далее. Блин, немножко заняты. Сегодня Джошка делает мне сюрприз снова. Да. И вот я не знаю, куда мы едем, и я вам покажу. Вместе посмотрим на то, куда он меня там везет. Вот. But I'll show everybody. No. Close your eyes. Okay, давай. Oh, school, you should get one special and something else so you can try new things. Я голодная. А очень голоден, бля, буду. Еще 17 минут ехать. Мне кажется, мы едем в ресторан, где морепродукты. Посмотрим, права ли я или нет. Ты не знаю. Мы проверим. Еще 5 минут, и мы на месте. Еще 5 минут, и мастери. Австралийский рак. Австралийский рак, ну вот, пожалуйста. Moreton Bay Bugs. Ой, блин, вкусно выглядит все. Southern Rock Lobster. Так, давай мне его сюда. Еще быстро его заточу. Ready? We are. Australiski rak. Вкусно. Ну блин, лобстер, ну камон, как это не может быть вкусно? Это goddamn tasty. Такой же, как и лобстер, очень вкусный. Это фиш от богов. Have another half for you. Thank you very much. Go. Бюреха. Просто волшебная какая-то. Что-то они туда положили, непонятно. With truffle. Трюфелем, короче, понятно. Fighting a war. Oh, fucking everything. Ты его кусочками. Вкусно. Да. You can't finish. No, I can't. So we're taking home. Still taking home 1.5 lobsters. Да, забираем домой. С собой. Мне понравилось это больше, чем lobster. I think I like this better. Me too. It's more juicy, more flavor. It's
tell all your Russian viewers it's called Molten Bay Bugs. Molten Bay Bugs. Bay Bugs. Like bugs? Molten Bay Bugs. Вот он. Только в Австралии находится он. Yeah. If you ever in Australia, you must try. Если вы находитесь в Австралии, то обязательно попробуйте Molten Bay Bugs. It's really good. Вкусно. Очень. Happy. На здоровье. О боже, как же я объелась, господи, боже мой. Объесться лобстером, это просто... Лакшери лахари. И у меня осталось еще на завтра. Буду завтракать лобстером, что же делать? Такая вот жизнь у нас. Всем советую, все, кто не был тут, ну, русские, кто живет в Мельбурне, вот, кто не был еще тут, обязательно сходите. Это очень вкусно! Пока!